Здорово, пацаны! Сегодня новое видео. Хорошее видео. Пацанское видео. Отходи. Это было страшно. Нормально, да, игрушка? Четкая? Четкая. Вообще. Классно? Да. Знаешь, Алина, смотри, ничего не перепутаешь здесь, никуда не улетишь. Вот это газ, вот это. Садись, ноги шире. Блин! Короче, знаешь, вот это тормоз, Алина? Да. Вот это газ. Газ плавно нажимаешь, чтобы почувствовать, и все. Погоди, она сейчас сразу поедет? Не-не, газ нажмешь, тогда поедет. Сильнее. Давай, тихонько, нажимай. Больше газа, она нажми до конца газ. Алина, один раз до конца просто. Давай, нажми газ. А потом тормоз. Все нормально? Подожди. Сейчас путем, Алина? Нет. Подожди, а что, тормозов нету, что ли? Я не понял, ты что не тормозила-то? Я как сука последняя тормозила, да я. А почему? Почему она не затормозила? Что, не поедешь больше? Она говорит, как тормозить? Я говорю, жми газ! Привет. Ты что, хочешь пожрать? У нее пожрать. У меня нету с собой. Ну, так ты едай, типа, что-то есть. Смотрите. Нифига, она такая ручная. По мне такая походила. Приехали на природу, и тут живые белки. Такие настоящие. Нету, нет. Такая прикольная, прям к нам идет. Оп! Такая взялась. Оп! Камера вкусная. Нет? Ее же можно погладить, она вообще ручная. Давай себе белку заберем, давай. Идешь с нами? Видишь? О, поехала. Она может царапнуть жестко. Оп, такая по-найски походила. Настя сейчас на голову заберется. Убирай, она хищная, она может тебя съесть. Да? Или поцарапать сильно, и ты заразишься туберкулезом. Чем? Туберкулезом. Че ты гонишь? Или спидом даже. Короче, у меня ничего нету, иди отсюда. Мы с нами домой поедет. Поехали? Поехали теперь. Ты такая прикольная. Прикольная девчонка. Ладно, а мы сейчас идем к нашей маленькой Мишке. Мишке-малышке. Да. Да. Еще. Да. А все. Еще. Так, трюки со спиннером, поехали. Хоп. Штучка играет, тебя не делают. Иди скажи, давай, пошли. Оп. Возьми его, давай, пошли, скажи. Что, ты попкой хочешь пошить? Попкой подрыгать на камеру хочешь? Стой, оп. Оп. Ты постараешься, бабушка, все хрупс.
Оп. 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 Раз, два. Блин, ребят. 2-3 раза максимум. Кто делает больше, расскажите. Показывай, рассказывай. Так, это кто? Это кто? Ты кого показываешь? Вася! Вася! А это кто? Настя! Настя! А ты на себя покажи, себя. На себя покажи. А ты кто? Ты кто? Ника! Секретная? Секрет скажи, секрет! Сиськи? Что? Сиськи! Сиськи! Паша! Я не специально научил ее. Мама, извините. Мы, короче, сейчас едем во двор крутой. А? Страшно. Страшно? Нет, там не страшно. Конечно, там даже Насте не страшно, это значит никому не страшно. Вот она, топ-качель мира всего. Ложись. Ложись. Лежишь? Не сильно качай. Нравится тебе? Тут хоть взрослым, хоть кому нравится. Все, глазки закрывай, баю-бай. Глазки закрывай. Ой, друзья, найдите все такую качельку, попробуйте тоже покачаться. Реально, блин, такой кайф. Как-то это... Как на Емеле, знаете, когда качаешься? Настя, есть такое ощущение немножко? Ну, когда вот ты туда-сюда... О, Настя не была на Емеле, это значит повод сходить. Когда вот туда-сюда, только здесь небольшого масштаба, и ты лежишь. И получается не просто в животике, а по всему телу так тух-тух, вперед-назад. Прикольно прям. Я тоже хочу кайфануть разочек. Просто кайф. Нужно с собой подушку выносить просто с собой. Уложить себе под голову, чтобы было максимально комфортно. И все. Попрощайся. С мамой. Ты что, Вика, не с тем попрощалась. Ой, ты маленькая, спасибо тебе. А Настя башкой ударилась об машину. Видите, семейная жизнь продолжается. Я тебе отомщу. И мстя моя будет. Мы только... Да. Мы только... Блин, хватит, успокойся. На. Ты... Он меня, знаете что? Он меня кусает, собака. До того, как мы поженились, я сейчас все расскажу. До того, как... До того, дай мне сказать, пожалуйста. Пожалуйста, дай мне хотя бы что-то сказать. У меня жена мне даже слова больше не дает сказать, понимаете? Под каблуком встал. Как мы только поженились, она меня начала бить. Это факт. Чем офигел, ты меня бьешь постоянно, я тебя не бью. Это факт. Я тебя до этого била. Нет. Ты до этого меня не била. Ты до этого со мной играла. Ты до этого со мной играла максимум. Когда мы просто друг дружку там чего-нибудь как-нибудь. Я тебя не бью. Ты такой шуганный достал. А сейчас ты мне. Успокойся. Да я договорю, пожалуйста. Нет, ты. Она меня начала бить. Начала бить, как только мы поженились. Мне приходится постоянно. Вот сейчас я шел впереди, мне приходилось попку закрывать, потому что я боялся, что она мне палит. А я-то как хожу вот так. Палец в попу засунет. Короче, ребята, это ужас. Палец в попу. Так а ты, блин, я с тебя посуду моем, как на подойдет без пальца. Короче, я вам всем не советую ни в коем случае. Ты че, офигел? Ты че, жалеешь? Бросать учебу, я хотел сказать. Ладно, поцелую тебя. Ничего. Успокойся, мистично. Чего ты мистично? Короче, все. Все. Все очень плохо. Но сегодня мы будем женить еще Давида. Мы едем кушать и сразу же после этого начинаем женить наших друзей. Да. Долинку и Давида. Вот. А вам не советую. Что ты не советуешь? Даже успокойся. Школу идти? Школу, давайте. Короче, приехали к Давиду. Он говорит, трясет его. Я вообще, у меня
как будто, блядь, первый раз, короче, на сцену выхожу, не могу. Давай, не ской! Короче, я решил сделать предложение руки и сердца Алине. Вот. Как это будет? Чтобы они понимали, это что будет происходить. Это будет в виде квест-игры. Я в Инстаграме. В Инстаграме буду выкладывать историю о том, что, Алина, мы с тобой сейчас играем в одну игру. Напишу ей, игра началась, и скажу, одевайся побыстрее. А побыстрее — это именно то слово, из-за которого нам пришлось поругаться немного. Скажу, одевайся побыстрее и выйди на улицу. Там уже вы будете, короче, ее встречать. Дадите ей письмо, она его прочитает. Боюсь, прикольно! Алло. Так же хочу. Я, короче... Так, раунд один. Алина, привет. Первая история идет. После этой истории мы едем к Алине. Забираем ее. Едем по заданиям, которые будут в истории. В общем, наркомания наркоманская, там у них вместе что-то там. А я просто таксист сегодня. Таксист и оператор. Игра началась. Привет, Алина, мы с тобой уже очень давно вместе. Я вижу, как ты меняешься, и хочу предложить тебе вспомнить, как все начиналось. Первая точка наша. Ищем закладку. Да, именно здесь ты без палева оставалась у меня на ночь. А ты помнишь место, где... Короче, там Алинка ищет. Где-то за машинами записку нашла. Нашла, идет девка. Все, походу будет финал призня. Мысли. О, смотри, нифига там, тебя ждут. Истерик. Я должен был это сделать немного раньше, на самом деле. Но, может быть, это к лучшему, что так все произошло. Как? Вот так. Однажды я сказал тебе, что люблю тебя. И я тебе сказал, что когда я произношу эти слова, я никогда не скажу обратно. Я хочу, чтобы ты была моей женой. Хочу идти с тобой по пути. И через 10 лет своей жизни я вижу ее только с тобой. Прости меня, пожалуйста. Я думаю, что у нас все будет хорошо, потому что, Алина, ты идеальна. Горько. Горько! Ура! Ура! Мы вас поздравляем. Спасибо. Давно пора было. Да. Это было давай, сильно. Мужик! Чуть не заплакал, мы видели. Молодец, это очень приятно. Алиночка, мы вас искренне поздравляем, да. Чиху! Заканчиваем этот влог. Всем счастья, друзья. Мы сейчас будем сводить, короче, людей. Все. Брачное агентство. Брачное агентство Пашка, Настя. Первые пошли.